Друзья, всем привет! В этом видео мы с вами рассмотрим интересную корпоративную модель принтера от HP. Модель HP Color LaserJet Enterprise M552DN. Аппарат этот у нас на данный момент уже, в общем-то, снят с производства, но встречается достаточно часто во многих офисах и компаниях. Относится он у нас к устройству типа принтер с цветной лазерной печатью. Размещение принтера настольное. Область применения средний офис. Количество страниц в месяц до 80 тысяч. Максимальный формат печати А4. Автоматическая двухсторонняя печать, судя по литерам DN, присутствует. Количество цветов 4. Максимальное разрешение для черно-белой цветной печати 1200 на 1200 dpi. Скорость печати 33 страницы в минуту в цвете и в черном режиме. Время выхода первого отпечатка 6 страниц в черно-белом и 7 страниц в цветном режиме. Достаточно объемные лотки подачи бумаги на 650 листов с максимальным до 1200 листов. Вывод бумаги на 250 листов в стандарте. Емкость лотка ручной подачи до 100 листов. Умеет печатать на карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге. Ресурс черного картриджа у нас 6000 страниц, ресурс цветных картриджей 5000 страниц. Объем памяти принтера 1024 МБ, частота процессора 1200 МГц. Интерфейсы принтер поддерживает Ethernet RJ45 и USB, версию USB 2.0. Прямая печать есть, веб-интерфейс есть. Поддержка PostScript, да, есть, причем PostScript 3 поддерживается. Также языки PCL5E, PCL5C и PCL6 PDF. Поддержка операционных систем Windows, Linux, macOS, Intel Pentium 3 у нас минимальные требования. Присутствует ЖК-панель, потребляемая мощность при работе 571 Вт, в режиме ожидания 33,2 Вт. Уровень шума при работе 51 дБ. Габариты 458 на 399 479 мм. Вес 27,5 кг. Гарантийный срок службы 1 год. Вот такое вот устройство. Кто им пользуется, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями, проблемами, чаяниями, веяниями. Удалось ли вам применить совместимые расходные материалы? Потому что расходка для данного принтера достаточно недешевая. А на этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что досмотрели видео до конца. В конце мне, как всегда, формальности. Спонсорами видео являются международные площадки AliExpress, Tmall, Jerbest, Banggood. Список лучших товаров по моей версии, как всегда, ищите в описании к видео. Естественно, кому видео понравилось, не забываем поставить жирный лайк. Кто не подписан на канал, подписываемся. Ну, далее вы все сами знаете. Все, всем удачи, пока!